Здравствуйте, ДПС «Анаук», операция «НТС», водитель. Будьте добры, документы на машину, водительское удостоверение. Инспектор ДПС «Невенок» будет. Сейчас, минутку. Гена, ты уже меня надоел. Фотографии не даешь, а фотографируешь. Трезвый водитель? Нет, трезвый водитель. А трезвый водитель можно ездить. Не трезвым водителем нельзя ездить. 54 года никогда не пил. Это плюс вам. Трезвый водитель, будьте добры, документы на машину, водительское удостоверение. Ты должен потрансировать шансы, трасса нет трезвого водителя, есть конкуренция на машину. Инспектор ДПС Немилов, операция «Недрезвый водитель» проводится. И что? Будьте добры, ваше водительское удостоверение, документы на транспортное средство. Отряди Криковская, Воровского. Самостоятельно снимаемся в 23 часа и согласно расстановке там через Фалилеева пройдите, посмотрите, все там был звонок, машины замечены. И туда Котельщина, Вистина, Услуга. Хорошо, все понял, мы снимаемся. Здравствуйте, инспектор ДПС «Невенок», будьте добры, документы ваши. Операция «Недрезвый водитель» проводится. Здравствуйте, инспектор ДПС «Невенок», будьте добры, документы ваши. Операция «Недрезвый водитель» проводится. Господи, вы меня уже напугали. Вы всегда ответственны сейчас. Где тут свет? Машину, водительское удостоверение. Наверное. Не сегодня. Я вообще не. Сегодня только я пью. Там одна и вторая. Доброй ночи, ДПС «Анамов», операция «Нетрезвый водитель». Будьте добры, документы на машину, водитель не торопитесь. Здравствуйте, ДПС «Анамов», операция «Нетрезвый водитель». Будьте добры, документы на машину, водитель постоянно. Вы вместе, да, едете с УАЗиком? Да, мы же с работы. С работы. Спорта. Согласен. Работа – дело хорошее. Да, только тяжелое. Здравствуйте, ДПС «Анамов», операция «Нетрезвый водитель». Будьте добры, документы на машину, водитель постоянно. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Кингисепп. Кингисепп. Ой, так. Серега, у меня вообще ни нет. У вас водитель вообще нет? Там? Нет, у вас. Потому что вы управляете транспортным средством в данный момент. Вот он водитель. Я понимаю, что он водитель, он сейчас сидел на пассажирском сиденье. Вы сейчас сидели за рулем транспортного средства. Поэтому он как пассажир в данный момент мне. Может водитель, быть и будет. Он начальник. Я говорю, в данный момент у вас есть какие-нибудь документы? Ну вот у него все документы. Нет, у него документы, может быть, на машину. Сейчас он найдет все. Если он найдет, значит подождем. Это что, фотограф? Угу.
Сереж. Я вам мешаю? Да. Немножечко. Вообще есть удостоверяющий личность документ какие-нибудь с собой? Так я понимаю, что у человека. Я же вам объясняю, в данный момент вы за рулем. Вот за рулем человек, вот он все. За рулем вы были. Что нужно делать? Правильно, ваша работа. У вас документы есть какие-нибудь? Нет. Конечно, у человека есть все. У вас есть? У нас есть. Какие это добры? Водительское удостоверение. Вот, документы вот. На транспортное средство. А у вас? От меня какие документы? Водительское удостоверение. Зачем от меня? Вот водитель, вот начальник транспортного средства. Я хозяин. Он хозяин, он водитель. Будьте добры. От него от меня какие вопросы? Сейчас жену вызовем. Всех вызовем. Фу. Дай мне. Телефон, я ей сейчас позвоню. Откуда вообще должна приехать? Да вон мы на озере, на Липовском отдыхали. Беданка, Сережа, да все, здесь уже нашли. Ваши документы удостоверяющие личности есть? Мой-то зачем? Я вообще не хозяин, я просто пассажир. У меня пассажир? Какой вопрос? Конечно. Вы водитель. Я водитель? Вы водитель. Вы смеетесь? Да, представьте, пока да. В автомобиле мы вас тут проверим на наличие водительского удостоверения. Оно у вас вообще есть где-нибудь там? Вы его получали когда-нибудь? Найти? Не надо найти. Вы просто скажите данные, мы проверим по базе данных и все. Если оно у вас при себе есть, конечно, покажите, это быстрее все будет. Кого? Его удостоверение? Нет, ваше. А мое с чего? Ваше удостоверение. Я не понял, мое-то с чего? Я-то вообще пассажир. Здравствуйте. Чтобы, по крайней мере, вопрос в том, что кто сидит за рулем? Это мой друг. Ну, понятно, что... А я во всем виноват. Я не преступник. И я на самом деле, я товарищ. Я друг нашего ГИБДД. И я настолько помогаю. Даже нет слов. Вы просто вот сейчас, наверное, вот можете снять самый плохой момент в моей жизни. А на самом деле я городу очень много помогаю. Реально готов отблагодарить, чтобы меня не было. Отвечать. А что, сама ехала? Конечно. Сама ехала. Ну, я не знаю, кто ехал. Сама, не сама. Никогда не решается. Серёж, Плюс вот этот человек снимает на камеру. Поедем на этой машине. Нет, поедем в больницу. На медицинское учреждение, да? Конечно. Значит, смотрите, словом, своей рукой, вот здесь вот напишите, согласен. Что согласен? Пройти медицинское свидетельство. Молодой человек, он фотографирует реалити-шоу. Вы согласны? Конечно. Раз я сюда приехал, зачем тут отказываться? Некоторые сюда приезжают и отказываются. Ну, это уже излишне. We'll be right back.
30-го в обед приблизительно 14. Ну, две по за 30. Ну, 60 грамм. Статья 12.8, часть 1. 12.26. Состояние алкогольного опьянения у вас установлено.